На этой неделе термометры опустятся ниже нуля. Правда, только ночью. Во вторник днем 8 градусов со знаком плюс, ночью 5 градусов, дождь. В среду облачно, днем 16 градусов тепла, ночью плюс 9. В четверг погода возьмет курс на похолодание. Днем плюс 8 градусов, ночью 2 градуса выше нуля. Не забудьте зонтики, синоптики прогнозируют дождь. В пятницу пасмурно, 3 градуса тепла днем, ночью впервые увидим на термометрах минус 1 градус ниже нуля. В субботу и воскресенье пасмурно и 3 градуса выше нуля. Радуйтесь каждому дню, и пусть погода не влияет на ваше настроение.